На Химкинском Арбате прошел традиционный субботний праздник для детей. Юные химчане приняли участие в увлекательных викторинах и конкурсах. Участниками развлекательной программы стали все желающие мальчишки и девчонки, а также их родители. За короткое время Химкинский Арбат завоевал огромную популярность у горожан. Дети просят родителей привести их на выходные именно сюда. Все хорошо, фонтан, вот сцена, праздники по субботам, все радует. Честно говоря, наконец-то! Что-то внесли новое. Следующий праздник для юных химчан состоится ровно через неделю на том же месте.